Господи, как ты мог такое допустить? Я уже вдвое дольше верующий, чем Петров. Это меня должны были избрать руководителем, а не Петрова. Нечестно все это. Где же справедливость? Господь, куда же ты смотришь? Не сейчас, мама. Ты же видишь, я молюсь. Это не мама. А кто вы? Ангел. Ангел? Что вы делаете? Делаю тебе массаж головы. Я вижу, что массаж. Но зачем вы мне делаете массаж головы? Это ответ на твою молитву. А как массаж головы может поспособствовать мне стать руководителем? Никак. Зачем вы мне его делаете? Чтобы улучшить циркуляцию крови в твоей голове. У меня с головой все нормально. Вы точно ангел? Ангел. Более того, без пяти минут херувим. Так что не вертись, дорогой. Дай мне спокойно закончить свое задание. Какое у вас задание? Хорошенько помассировать тебе голову. Я же сказал, у меня все в порядке с головой. Не скажи, память подводит. У меня память? Но ты забыл, что был бы с тобой, если Бог поступил с тобой по справедливости. А что со мной было, если Бог поступил со мной по Вот, похоже, циркуляция улучшается. Вас послушаешь, так я просто грешник какой-то. Ну вот, циркуляция приходит в норму. Если Бог поступил со мной не по милости, а по справедливости, Иисус никогда бы не пошел на крест. Ну вот, задание выполнено, я побежал. Постойте. Поблагодарите его от меня, ладно? Ладно. Кстати, ты не мог бы черкнуть для меня рекомендательное письмо для приемной комиссии? Да запросто. А много ангелов претендуют на место херувима? Очень много. Но я лучшая кандидатура. А ну дайте-ка я вам голову помассирую.